Ребята, всем привет. Частенько в комментариях вижу такие сообщения, как «Wild, ты постоянно лазишь по всяким диггерским местам, таким заброшкам, прочему тлену, там, подвалам. Расскажи, что самое необходимое. Ты берешь с собой, без чего данные походы невозможны». Ребята, пока я нахожусь в гараже, я вам открою очень интересный секрет. Моя любимая вещь, без которой вообще я не могу ходить по таким местам, это мой любимый аккумуляторный перфоратор. Вы спросите: «Wild, зачем тебе нужен аккумуляторный перфоратор на заброшке? Что ты будешь с ним делать?» Я могу ответить на этот вопрос. Вот вы припарковались, такая хорошая ровная дорожка, а заброшка где-нибудь метров через 50, через 100. И вам нужно как-то в своих новых туфлях или в красивых пиздатых кедах дойти до нее. И вот вы берете вот этот перфоратор и начинаете вот эту вот метровую траву вот такими движениями разгребать. То есть вы дошли, зашли в заброшечку, подходите там, поднимаетесь на первый этаж, там сидит три бомжа, явно не рады вашему приходу. Ну, соответственно, тут приходит нам на помощь вот этот перфоратор. Вы его берете, бомжам вот кидаете туда, пока они его забирают и идут реализовывать его там на какие-нибудь сайты или в ломбард, вы спокойно можете походить по заброшке и все. Поэтому моя рекомендация –